сегодня у нас 4 октября 2018 года. Я вот в моем мейлинге. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Вот жарю себе блинчик. Вот, сейчас я буду кушать. Имейте в виду, какие вот дела. Кофе я уже себе сделала. Надо штучку так красиво украсить. Пожарился он уже. В общем, жарю. Сейчас у нас время. Сейчас посмотрим, сколько времени. В общем, жарю. Сколько у нас времени? 22 часа и 23 минуты. Ну, в общем, встала я, конечно, встала. Вот Просперуса, процветание по-арабски, мой котенок. Легла я рано, ну и встала я поздно. Так что вот, имеется в виду. А так я выкладываю мои видео. Мой лайфджорнал, это мой лайфджорнал, который я снимаю. Вообще, у меня мой лайфджорнал, я вот его пишу, начала писать там мою биографию, потом это видео стала делать. В общем, сентября 2017 года. Да. Это было в прошлом году, в сентябре, да. Имейте это в виду. Вот. Вот я еще хотела показать. Отрезала от матраса, который я привезла из Америки. Вот эту такую штучку. Это было на моем матрасе. В общем, который мы покупали с моим бывшим мужем, Перри Максимом Дански. Хотя нет, он матрас он сам заказал. Это мы кровать тут покупали вместе, а матрас он там сам как-то заказал, и привезли. И на одну, и на вторую кровать. Он сразу как бы два матраса. Один меньше, другой больше. А это такая этикетка какая-то такая штука. В общем, отклеила я ее. В общем, выкину я ее. Так что вот, имейте это в виду. Выкладываю мои видео, фотографии с моего лайфджорнала. Буду брендировать. В общем, у меня там эта информация на моем имейле. Так что вот я загружу, буду брендировать мои видео и фото. Надо заняться. Так что вот буду покушаю. Я буду еще видео выкладывать. И также брендировать то, что я уже выложила. Вот. А так я вчера с Ютуба загрузила видео, в общем, Дубай. В общем, эти мужчины в белом. В общем, Хамдана. В общем, эти мужчины в белом. В общем, в 16-м году. Знаете, такие удивительные вообще видео. В общем, такие у них удивительные одежды.